Какие большие. Наша первая находка. Так. Такие вот. Маленькие. Нифига червивые. Вон там чуть-чуточка, капелька вот. Совсем. Вот такие красавицы. Я даже маленький вот этот тоже. Так, три. Тоже червивый, слушай. А там маленькая капелюшечка совсем. Видишь, уже с корнями. Вот такие, ребята. Ой, красивые. Первая находка наша. А всем привет. Выбрались опять в лес пособирать грибы. Сегодняшняя цель у нас найти опят. Вот. Ну и то, что будет попадаться, конечно, тоже будем брать хорошие грибы. Вот Галле уже повезло. Нашла парочку. И сколько? Три там даже, да, лисички. Вот. Народу тут подвалило немного. Тут в лесу ходит, тот и кричит. Друг друга теряют, аукают. Сегодня 30 августа. Погода отличная. 25 градусов тепла, солнышко светит. Небольшой ветер. Пришел на старое место. Смотрю здесь. Один, короче, вижу. Вот такой красавец стоит. Вообще, как говорят, там все в комментариях пишут, что надо их с корнями выдирать. Но буду делать так же. И вроде как вот это все убирается потом. Кстати, вот черви появились в ножке. Не было в прошлый раз. Все придется обрезать. Полезли сухие грузди. Вот они везде полезли. Ну, мы их не собираем. Как бы груздей мы уже набрали. Нам хватит. Вот они, я не знаю, что вот. Это белые, что ли, переросли так. Наверное, для бабки это. Но им капец уже все. Все, они все червивые. Гнилые наполовину. Вот еще. Вот это белый, похоже. Это, смотрите, какой. Нет. Нет. О, белый. Но уже ножка главная. Не червивый, не шляпка. Вот, посмотрите, все проедены кем-то. Все. Ну, ножку заберу. Все, чуть маленько, жара постояла, и все. И черви полезли в грибы. Вот еще один, ребята. Вот он. Вот он, красавец какой стоит. Сейчас я его вырву с корнем. Посмотрим, вот. Все, черви. Так, ребят, еще один заприметил. Вот он какой красавчик. Посмотрим. Вот, ребята, смотрите, какой хороший. О, вот этот вообще не червивый. Отличный. Сейчас грязь маленько с него счистим. Все нормально будет. Вот он какой. Красивый гриб. Неделю назад здесь были. Уже наросли маленько. Белые грибы. Вот, ребята. И первая находка. Зачем мы пришли. Вот такая красота выросла. Немного, но все равно приятно, что первая находка. Сейчас мы их быстро смахнем. Вот такие красавцы, ребята.
лагуне с этой стороны. Прям вон засели. О, нифига, гусеница какая-то. Офигеть. Страшная? Сейчас. Сейчас эту гусеничку аккуратнее уберем отсюда. О, какая пушистая. О, какая гусеница. Тише. Красивая такая, волосатая. Вон там они, грибочки, спрятались. Мы все равно достанем сейчас. Тоже надо будет. Так, ребята, еще один белый. Беленький гриб. Или обабок, я не знаю даже как. Ребят, ну вроде белый. Я сильно, конечно, их не понимаю, но ножка у него что-то тонковатая для белого вроде. Ну, вроде чистенький. Ребята, грузди еще не отошли. Смотрите, какие находятся. Прям красавчики. Будем пока все собирать. А потом уже пойдем на опятные места. Ну, вот это уже точно белые. Точно. Вроде не червевый. Хороший. Вот еще парочку здесь. Вот они, красавцы. Вот еще один. Такие. Красавцы, ребята, они. Что? Вот что. И вот что нашли мы. И вот что. Красота. Отломился. Что ты хочешь сказать, что я пропустил, что ли, да? Да, ты на него даже пяточкой встал немножко. Вот такой. Блин. Вот красивый груздичек. Это... Маленький лохматик. Такой надо взять. Конечно. Так, ребята, леди, похоже, нашла у нас опята леди. И молодец, собака. Пенек нашла с опятами. Ой, все, какая. Все, убегай. Умница. Убегай, будем связать их. Ой, умница, умница. Вот такие, а ребята, охотница. Опятки. Ну, ой, умница. Не сказать, что много, но... Но есть, вот есть. Ну, нормально. Леди, да, вот такие, ребята, грибочки. Опятки. Опятки. За ними. А я пособираю с другой стороны. Конечно, собираю. Твои опятки, которые нашла Ледька. Мне не жалко. Все равно в общий котел. Конечно. Также сейчас опять начнешь выдирать с корнем. Скажу потом. В комментариях напишут, что ты чего с корнем выдираешь. Да. Когда обрезаешь, ты чего обрезаешь, надо с корнем выдирать. Так что, ребята, пишите свои комментарии. Приятно выслушать всех. Да, кто о чем, кто думает, кто чей комментарий наберет больше лайков, тот и прав, я думаю. Вот я буду сейчас половину срезать, а половину буду выдергивать, чтобы никому обидно не было. А сзади тебя растут шампиньошки. Да? Угу. Что там, Галя, у тебя? Шампиньон. Что, брать будешь? Ну, я возьму. Ты смотри, какие хорошие. Чуть не червивые, да? Ну, не, маленько он есть. Чуть-чуточку. Ну, какие красавцы. Шампиньошки. Они же вообще вкусные, мягенькие. Угу. И готовятся быстрее, чем.
так вот зайдешь в лес, вроде за опятами зашел, а тут всякие разные, и такие, и грузди, и белые, и опята. Вот еще, ребята, два пенька тут. Их совсем немного. Можно сказать, пару штучек всего. Вон там еще один пенек. Непростая тут дорога. Все поле вспахано. Далее так он вообще отстает. Идет. Ничего, маленько осталось. Тут уже и лес. Вот еще один пенек очередной сейчас. О! Вот тут вроде есть немного. Ну, красавцы. Вон еще маленечко. Помаленьку будем собирать, да? Вот еще один. Да, еще маленько. Ну, я бы не сказал, что рано, они уже такие достаточно крупненькие. Ну, видать, еще это только первая волна. Поэтому их мало. Ничего. Помаленьку наберем. Искал место, где в детстве находил много опят. Так все и сильно изменилось, все позаросло. Дороги все перепахали. И непонятно, где что. А вон, по-моему, смотри, Галь, что там? О, сколько много. Вот это да. Видишь, все пеньки заняли ложные опята. Смотри, сколько. Красота какая. Вот это опята. Да ты что? На палочке растет? На палочке прям растет. О, ну-ка покажи как. Прям на палочке растет. Да, да. Прикольно. О, я нашел. Я тут нашел несколько штучек. Вот они какие ножки пузатенькие у них. Вот такими кучками небольшими и находим. На палочках больше растут, чем на пнях. Вон там. А вон там срезал, что ли, кто-то? Срезанные. Слушай, мы и тут были срезаны маленькие. Причем вот только пап срезали. Так вот тут ходили уж только что. Ну, вон. О, тут хорошие. А что ты эти не срезали? Там ну, все равно. А вон еще два. Ну. Знаю, большие не трогает никто. Да? Я тоже нашел. Ну вот вроде. Нашли. Вот тут главное сверху срезали, но это не знаю, когда. А тут то ли не заметили. Вон они. Вот. Хоть почаще стали попадаться. Так, вон здесь машина. Вот, значит, кто наши грибы режет. Пошли туда тогда. Далее, на ту сторону. Вот. И вон даже где прячутся, не умудряются. О, коре. В глубине пня. О, разберем пень маленький. Прям в пне росли, прикинь. Вот такие, ребята, хорошие опятки.
так вот идешь, 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 идешь. Вроде перед тобой все срезано, а тут раз. И вот такая небольшая семейка растет. Сказали, так надо открывать. Походили, походили мы там в тех местах. Очень много грибников. Грибов мало. Вот приехали еще в одно место посмотреть. Здесь мы раньше тоже собирали. И сразу тут нам сразу начали попадаться опята. Немного, но попадаются. Вот. Ведерки мы от тех грибов опустошили. Сейчас будем собирать. И вот сразу же пенек первый такой нашли. Вот такой, ребята, пенечек. Вот такая красота на нем растет. Вот они, опятки. Ну вот такие молоденькие, хорошие. Так, на земле. Ходить не надо, рядом следующий пенек. Да? Да. Ты что-то есть? Ух, ничего себе. О. Вот и собираем. Такие опятки. Красота здесь. А рядом здесь, о. О, сложные. Вон там он еще, вон там крупные. О, какие. Пузатенькие. Пузатенькие. Странно, что мы первые. А вот еще, смотри, во. О, леди нашла. Леди нашла опята. Смотришь, здесь я тут пузатый срежу. А вот, смотрите, все дерево усыпано. О, все в опятах. Ну, они такие не старые, еще хорошие. Так что, я думаю, надо их собрать. Такие-то вообще хорошенькие. Пятки, вот, это прям личные, можно сказать. Ну и вот эти неплохие. Молоденькие, прям хорошие. Распустились, но все равно посмотрите, какие они. Свеженькие, прям отличные пятки. Во. Корешки сейчас мы обрежем, потому что они как бы маленько червивые. Вот тут даже побольше. Галя меня уговаривала, уговаривала, говорит, давай поедем в то место, где в прошлом году мы нашли. А в том году мы попали, тут уже столько народа побывало. Все посрезали. Но мы найти-то нашли, свое-то взяли, но очень мало было. Вот они, красавцы, ребята. Вон они. Растут. Все, прям аж не могу, все хочу срезать. Ладно, оставим Галя пень. Этот, пойдем другой искать. О, и подосиновики старые. О, фига себе. Вот как, ребята, я не знаю. Вот грузди, да? Вот этот крупный, конечно, сильно. Что, он уже старый очень. Но самое главное, он целый. И вот под ним такие нормальные груздочки растут. Вот смотрите, я не могу их пропустить, хоть мы пришли за опятами, но такие грузди мне просто совесть не позволяет не собрать. Смотрите, сколько их здесь. Вот они, смотрите. Вот как их не собрать, я не знаю. Я соберу, наверное. Вот, смотрите, какие. Вот они, ребята, растут. Красавцы. О, на толстых ножках все. Вкусные.
прям отличные, отличные опята. Ну вот, можно сказать, сколько? 10 минут, да? И потихонечку у нас ведерко набирается. Тут место прям такое, на каждый, можно сказать, 10 квадратных метрах имеется пенек. И на этих пеньках имеются опята. О, гуща какая, даже свет не пробивается. И здесь смотрите, они везде там, вон там еще, вон там, везде растут. Вот сюда так тяжело пролезть, но мы подобрались кое-как. Вот такой. Вот. Приходится нагинаться, но зато здесь есть такие грибочки, ребята, опятки. Вот они. Вот они, под каждой маленькой осинкой или что это? Клен? Клен. Под кленом прям растут. Вот они везде, ребята. Везде. В прошлом году, кстати, они тоже так росли, да? Да. А вот, ребят, смотрите. Смотрите, тут волнушечки такие. Вот раз. 2, 3, и вон там 4, 5 еще. Мы не будем их рвать? Да. А вон еще там тоже хорошие. Должны быть. Вот, ребята, на пеньках что-то не совсем как бы дела хорошо обстоят. Вот не очень много их на пнях. Вот они, возле осинок, возле клена. Помаленечку везде растут. Вот, ребята. По 3, по 4 штучки, бывает по 10, больше, да, растут они. Но тут такие дебри непролазные, приходится на коленях даже лазить, чтобы их собрать. Ой, все в опятах, все, вон там. Почему-то на пнях мало, вот на земле, вон, вон, все усеяно, вот. И пошли, 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 пошли вдоль палки. Палка лежит в земле, и они на палочке растут. Тут еще вот так вот. Ой. Еще не подлезть, чтобы их срезать. Это не пенек, блин. Все в палках. В общем, ребят, темнело на улице, а в лесу еще темней, так что пришлось прервать съемку. Но чем больше темнело, тем больше грибов почему-то на нашем пути вставало. И поэтому как бы мы нормально набрали, нам хватит. Так что, ребята, можно сказать, что опятный сезон мы открыли. Опята есть, и опята есть уже даже взрослые и маленькие всякие. То есть, ну, получилось где-то примерно 3 ведра мы набрали. Плюс груздики, белые обабки, волнушки. Давайте, всем удачи. Пока. Пока.